Она положила ёршик под крышку унитаза. Только потом я поняла, насколько эффективен этот метод. Сегодня мы расскажем тебе об эффективных и простых способах чистки предметов в ванной. С ними даже самое нелюбимое занятие может пройти незаметно и на одном дыхании. Если ты не силен в английском, не переживай, мы специально перевели для тебя эти лайфхаки. Чтобы эффективно очистить зубную щетку, оставь ее в стакане с уксусом на час-полтора. Не забывай прочищать подставку для зубных щеток. Лучше всего с этой задачей справится пара капель средства для мытья посуды. Мочалка – отличное средство, чтобы очиститься от грязи. Вот только многие забывают, что она сама нуждается в постоянной чистке. Чтобы она не была рассадником микробов, помести ее в раствор горячей воды и уксуса в пропорции 1:1. Бритва и лезвие – незаменимые предметы личной гигиены. Чтобы они всегда были в чистоте и не становились причиной раздражения кожи, протирай их регулярно ватным диском, смоченным в спирте. Не забывай, что лезвия всегда должны находиться в сухом состоянии. Кто из нас не мучился с очисткой ёршика? Самый эффективный способ – продезинфицировать его спиртом на 8-10 минут и оставить под крышку унитаза. После этого хорошо промой ёршик проточной водой. Думаю, большинство людей никогда не задумывались о чистке вантуза, и очень зря. Нанеси на него несколько капель спирта, а после ополосни проточной водой. Не забывай проделывать такую генеральную уборку в ванной и туалете хотя бы раз в неделю. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!